Всем привет, с вами Анвы. В данном видео вам покажу, как выполнить ревизию часть 2 у миротворца. У него есть первая часть, но она на резерве, а вторая часть, разумеется, на новой карте Маяк. Итак, нам нужно пометить 4 техники и начнем с самых легких. Сейчас мы находимся на переходе между промышленной зоной и зоной отдыха. Ну, я ее лично так называю общежитие. Там у нас деревня и переход на берег. Гора, которую я слышу очень часто называют Симбой. Коттеджи. И вон там вдалеке. Вот он. Коттедж Юсек. Движемся к нему. Идя по южной дороге, по левую сторону у нас встречает вот такой вот подъем коттеджем. И на этой дороге можно уже увидеть первую технику. Подбегаем к ней. И помечаем. Итак, возвращаемся от первой техники, которую мы нашли, обратно на основную дорогу. И движемся в сторону маяка. Там нас и будет ждать вторая техника. Итак, добежав до маяка, мы просто идем по дороге к нему. Помечаем. Итак, возвращаемся на нашу контрольную точку, с которой мы начали видео. И теперь нам нужно идти в промышленную зону за оставшимися двумя единицами техники. Итак, оставшиеся две единицы техники находятся у нас в данной зоне. Первая встречает нас при входе внутрь. Бежим. Помечаем. И теперь у нас остается последняя единица техники. Она находится возле второго здания водоканала. Разумеется, это первый и с той стороны третий. Вон он. Мы бежим ко второму. И в внутренней части промышленной территории под вторым зданием канала нас встречает крайняя четвертая единица техники. И мы ее, разумеется, помечаем. Всем спасибо за просмотр. Кому понравилось данное видео или было полезным, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. С вами был АНВ. Всем пока-пока.